100 kilometers. Yes, but exactly. Exact one. Mad rush. Mad rush. No window. Champagne. No. Oh, yeah. Sure. Boris. How do you have done it? With the security. No. Yeah, that's quite a good one. Hello. Hello. Windows don't line up with seats. No one's here.
Sorry? For the return flight, can we do the same? Алло, Антон Васильевич? Здравствуйте, Борис беспокоит. Да, извините, что вас беспокою в выходной день. Ну вот мы только что прилетели, да, по одному человеку, там все это проглядывали, беспристрастие. Я вот хотел спросить, можете ли вы как-то поменять, чтобы в Гомеле здесь уже так и не с пристрастием не смотрели, чтобы нас где-то зарегистрировали, чтобы не задерживали. Не, я на вылет, потому что... Да, пускай. И тут еще одна просьба, чтобы люди просто смогли самолет сфотографировать. Потому что в Минске мы уже так торопились, чтобы они там не выступали, не говорили, что нельзя фотографировать и так далее. Вот, пусть они вокруг самолета люди обойдут и сфотографируют его. Ну все, так все отлично, вообще супер. Спасибо большое. Ну давай, спасибо. Mais c'est qui en fait? C'était le patron de Gomelavia? Oui, oui, c'est un. Là, il répond au téléphone. А вот все уже остается, дальше не полетим? Нет, мы все. Ну, экипаж. Давай дальше не полетим. Что-то короткое поездка. Даже на час полтора. Что тут делать? Мы хотели сюда прилететь, полетать на L-76, а нам 12. А здесь? Да, хотели. Но... А говорили, что в Рубинстаровске? Что? О, в Минске собираюсь. А будем летать уже в Минске. Мы вообще не согласились. Побоялись, я думаю, что Топададзе побоялся. I don't need Gomel. Слушайте, так у вас тут дофига самолетов в Гомелявиа, а летают только два, да? Да. А что это за тушка? Казахская, российская, но под нашей аббревиатурой ходит. А она в 12-х тут нету сейчас, да? Нет, он 12. И АН-2 это местное сельскохозяйство? МЧС. Jetzt hinunter? Nee, sofort. Sofort. Есть кто-нибудь еще? Нет, только она. Даниэль, во сколько назад будет? Столько. А по времени во сколько? 13:00 вылет. То есть мы будем вовремя. Мы половину будем здесь, самое поздно. А сколько человек? 45. Yeah.